мелкие детали не предназначены для детей, только для коллекционирования, не игрушка, рекомендовано от 15 лет. Чистая правда. И в данном случае к этой правде нужно отнестись с особым вниманием, потому что это Elder Predator от компании Hot Toys. Фигурка в масштабе 1 к 6, подвижная, превосходно детализирована и с аксессуарами в комплекте. Две пары кистей рук, два металлических лезвия, сабля, два запасных шарнира, подставка, инструкция. Еще есть аксессуары для, скажем так, обязательного применения или даже обязательного надевания. Это ожерелье из черепов и косточек, украшение для дредлоков, пояс с подсумком и, конечно же, трофейный мушкет, который, как все помнят, кто смотрел фильм, был эпично задарен главному герою в одной из последних сцен. В общем-то, это и был тот единственный эпизод, где появился старейшина. Как уже было сказано, фигурка обладает отличной детализацией, и это хорошо видно. Одна голова чего стоит. На самом деле все круто. Подвижная наплечная пушка, броня, нательная сетка, всевозможные повязки, которые, кстати говоря, сделаны из тканей разных видов. Достоинств действительно много. И ведь это заслуга не только Hot Toys как производителя, но это еще и заслуга самого персонажа, а вернее даже тех, кто его придумал и воплотил на экране. А Hot Toys лишь постарались сделать так, чтобы небольшая пластиковая фигурка максимально точно копировала то, что мы видели в кино. Напоследок хочу напомнить, обращаться с такими фигурками нужно очень и очень бережно. Об этом говорит не только их замечательный вид и рекомендации на коробке, но и цена. До скорой встречи. Пока.